В микрорайоне Чкаловский на базе 14-го лицея имени Гагарина второй день проходит региональный этап Олимпиады школьников по истории. Второй тур собрал много школьников как из Щелково, так и из соседних муниципалитетов. В этом учебном году Всероссийская Олимпиада школьников по истории проходит в два тура. Первый тур состоялся вчера, сегодня второй тур. Всего отобрано вот на нашу базу более 160 учащихся из Королева, Фрязино, Мытищ, Черноголовки и, конечно же, наш городской округ Щелково. Наших ребят сюда отобрано более 60 из городского округа Щелково. А наших учащихся, нашего лицея, 3. Организаторы делают все для того, чтобы ребята не испытывали сильного волнения и достойно справились с заданиями Олимпиады. Олимпиадники – это люди, которые не просто знают предмет, они знают еще и другие предметы, и искусство, и литературу, потому что приходится работать и с источниками, и с архивными документами. Первый тур у нас вообще предполагает историческое эссе и проект. А вот второй тур, здесь у нас много очень именно таких иллюстративных материалов, где им надо проявить и свое художественное чутье. Пока участники не зашли в классы, нам удалось с ними пообщаться на тему истории и подготовки к Олимпиаде. История – это то, что мы видим в архивах. Но то, что у нас под землей, это тоже очень важно. Это то, что у нас осталось от предков. Это нужно хранить. Как я готовилась, я ездила на смены по взлету. Вот. Также я готовилась сама очень много. Например, я начала готовиться в конце прошлого года. И чем? В конце прошлого учебного года. Угу. Чем я читала историографию, я брала 18 век. Вот. Книги там Петра Первого, Елизавету Петровну, Екатерину Вторую, Первую. Вот. Также изучала книги МГИМО, там Черниковой, различных таких авторов, учебники. Вот. Олимпиада по истории – событие масштабное и важное. Ее региональный этап проходит в Московской области на 14 площадках, включая наш округ. Весной состоится всероссийский заключительный финальный этап. Победители его получат преимущественное право поступить на исторические факультеты самых престижных вузов страны. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.